прямо со студенческой скамьи защищать родину. Здесь имена выпускников Химкинского техникума, которые отдали свою жизнь во время военных операций в Афганистане и на Северном Кавказе. В Химках установили мемориальную доску, чтобы эти имена не были забыты. Тамара Петровна – мать сержанта Игоря Жаринова. Он погиб, неся службу в Афганистане. Ему было 20 лет. Удостоен ордена Красной Звезды. Посмертно. Попались, учился, хорошо, все нормально. Все время помогал, все время работал, под Пасхом работал, заработал денежки, когда на каникулы были, вот летом. Почтить память героев пришли ученики и дирекция техникума, депутаты и представители администрации Химок. В открытии мемориала приняла участие трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Мы должны помнить этих ребят, мы должны передавать историю их жизни, историю их борьбы. История того, как они стояли за свою страну. И очень важно, что эти страницы передаются из поколения в поколение. Сегодня торжественный день, который должны помнить. Церемония открыла минуту молчания. После к мемориалу возложили цветы. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.